114 любительских команд по хоккею со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья вновь съехались в Олимпийские Сочи. 7 дивизионов, из которых в числе Лиги Студент сборная Юргу по хоккею. Команда «Политехник» прибыла к открытию 3-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. Дух спорта и Олимпиады облюбовал этот город и надолго поселился в нем. Спортивная столица России приветственно встречала своих гостей. Величественные красавцы-стадионы радушно принимали всех участников фестиваля на свои ледовые арены, где еще совсем недавно соревновались лучшие спортсмены мира. Площадки, на которых проходились Олимпийские игры в феврале месяце, и же сразу после олимпийцев ты можешь попробовать себя, показать, да, и испытать все те, наверное, эмоции, потому что дух Олимпиады, он, безусловно, никуда не выветривается, он остается. Дорогого стоит, это исторический момент. Вот она, первая встреча с командой «Ледяные волки» из Московского института. Душу теребит, когда я стою, не могу выйти и помочь ребятам. Первые заброшенные шайбы в воротах. Хоккеисты «Политехника» превосходят соперника на две шайбы и завершают игру победой со счетом 5-3. По большому счету поступил именно в Юргу, потому чтобы играть в этой команде. Сегодня в Южноуральском государственном университете созданы все условия для занятия спортом. Университет, он сделал все возможное, чтобы у ребят все это получилось. То есть подготовка к ледовому сезону, к зимнему сезону хоккейному прошла на достойном уровне. Погода для курортного города оказывается неподходящей пасмурной, поэтому наши хоккеисты из Юргу восполняют это несоответствие и разворачивают жаркую борьбу на льду. Первый гол забивают новгородцы, но наши игроки немедленно отвечают встречной забитой шайбой. Это порождает надежду на решительный отпор. Обстановка накаляется, и наши ребята принимаются атаковать ворота соперника. Вот-вот команда «Политехник» вырвется далеко вперед. Какие яростные и уверенные атаки на ворота противника. Но к разочарованию команда НГТУ начинает забивать голы с завидной частотой. К концу второго периода противник забивает 5 голов, а в третьем периоде новгородцы забрасывают еще 2 шайбы. Таким образом, со счетом 8-1 побеждает команда НГТУ Нижний Новгород. Хоккей – командная игра, именно вот этот дух команды, чувство плеча. Тоже ощущение того, что не зависит все от одного человека, а зависит все от совокупности действий каждого игрока. Для меня хоккей – это уже стал как смыслом жизни. И на протяжении многих лет я занимаюсь этим видом спорта и уже чувствую любовь к хоккею. Следующим ночным матчем на Олимпийском стадионе «Шайба» становится противоборство с Военным институтом физической культуры. С первых секунд намечается отчаянная схватка между командами. Скорости, проворства, напора с лихвой хватает на всех игроков. Каждый стремится принести своей команде победную шайбу. Первой удается это сделать нашей сборной. Во втором периоде наши студенты показывают упорство и жажду к победе. Посмотрите, голы летят один за другим, и нам кажется, что происходит буквальный расстрел ворот противника. Одна забитая шайба сменяет другую. Контратаки противника срываются, и шайба вновь ведома клюшками «Политехника». При счете 7-0 где-то успокоились. Плюс на время смотришь, оно так быстро тает. И вроде кажется, что они не забьют. Но такая игра хоккей, что там можно забить гол буквально за несколько секунд. В третьем периоде противник пользуется расслабленностью наших игроков и вгоняет в наши ворота 3 шайбы. Видно, как хоккеисты из Южноуральского университета собрались, поднажали, и вот уже снова разрыв остается прежним. Счет встречи 8-3 в пользу команды из Челябинска. Ну, больше 3 же им никто не дал забить. Они забили сколько смогли, а мы сколько захотели. Наступает время решающего матча за 5-е место. Играть на команду, а не на свою статистику.
выигрывает та команда, которая меньше пропускает. В первом периоде наша сборная отправляет 3 шайбы в ворота соперника, устанавливая тем самым преимущество и заявку на победу. Во втором периоде политехник вновь, уже настойчивее, посылает еще 2 шайбы. И только к концу периода противнику удается забросить шайбу в наши ворота. Бой продолжается, и стремительными нападениями, а также точными перехватами команда Юргу выхватывает шайбу из передачи противника. Кроме того, хоккеисты политехника радуют болельщиков красивыми и прицельными голами. Третий период изменений в счете не приносит, он остается прежним – 5-1. Хоккей – это, наверное, самая лучшая часть моей жизни. По большому счету, все, что сейчас есть в ней, связано так или иначе с хоккеем. Хоккей для меня – смысл жизни. Без хоккея никогда не останусь. На этом матче турнир среди команд Лиги Студент завершается. И сборная политехника завоевывает 5-е место, улучшив результат прошлого года. Так постепенно команда пробивается в тройку лучших с огромным стремлением добиться 1-го места. Поздравляем нашу сборную и желаем добиться еще больших результатов. Думаю, будем усиливаться, работать в том же направлении, даст более лучший результат, чем в этом году. Конечно, наш университет гордится звонкими и громкими именами наших выдающихся спортсменов и нашей любимой всеми командой, хоккейной командой «Политехник», которая уже не один сезон радует болельщиков, завоевывая различные места. Как раз этот фестиваль, участие в нем, второй год в нем участвую, говорит о том, что мы вот как раз попали на те самые соревнования, на тот уровень, где этими соревнованиями, студенческими соревнованиями интересуются первые лица страны и сами принимают еще в нем участие. Вот этот момент, я считаю, очень показателен и является примером для всех остальных студентов или для будущих студентов, которые сейчас заканчивают школу, понять, что где есть возможности показать себя не только в учебе, в науке, но еще и в спорте. Институт предоставляет шанс, то, что пока я учусь, могу заниматься любимым делом, еще попробовать проявить себя как игрок. Спорт массовый, прежде всего, который охватывает большое количество студентов. Только ежегодная спартакиада охватывает 35 видов спорта. Такой большой спартакиады нет ни одного вуза в Челябинской области. В идеале я вижу команду «Политехник» как 20 человек, 2 равных вратаря, взаимозаменяемых. Самоотверженность, коллективизм, дисциплина. Если это все будет, тут можно горы свернуть.
заведенной традиции сегодня здесь встречаются легенды российского и мирового хоккея, руководители нашего государства, представители творческой интеллигенции и, конечно же, любители хоккея. В составе команды звезд ночной хоккейной лиги под 11 номером на лед выходит Владимир Путин. Президент первым забрасывает шайбу в ворота команды любителей и завязывается оживленная и беспримерно увлекательная для зрителей игра между командами. Разодеты в полосы российского флага, и зрелище еще больше наполняется красками, общим единением и всеохватывающим торжественным настроением. Зрители и болельщики разных возрастов созерцают с восторгом игру команд. Как никогда стадионом овладевает стихийный и здравый дух настоящих состязаний. Нетрудно заметить, что люди от мала до велика следят за игроками. И здесь, на стадионе Большой, представлена вся многоликая и великая Россия. Это поистине народный спорт. Гудком финальной сирены со счетом 21-4 завершился дружественный матч, ставший настоящим свидетельством девиза ночной хоккейной лиги. Отрадно и примечательно, что хоккеисты нашего университета принимают в нем участие и осваиваются в значимом спортивном событии мирового масштаба. Южноуральский государственный университет в лице команды «Политехник» следует девизу ночной хоккейной лиги. Мы разные. Хоккей один. Сколько
семья.